Cooper, and trying hard to look like Gary Cooper. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz. Retro FM, na na na.
вещайте, деви юный, вернее, умный, любовь вечной на земле. Потому что она все равно не поверит, она же умная. Это ансамбль «Здравствуй, песня» на Ретро FM в половине восьмого. Прямо сейчас у нас с новостями Марат Бекметов. Вечер добрый. Добрый вечер. Следственный комитет России считает отказ стрелки причиной столкновения поездов на Курском вокзале в Москве. Ведомство также приводит уточненные данные о последствиях ЧП. Повреждения получили 4 вагона, 2 сошли с рельсов. Столкнулись электричка Нахабино-Щербинка и прибывающий из Нижнего Новгорода поезд «Стриж». Возбуждено уголовное дело. 3 человека обратились за медицинской помощью. Из-за происшествия движение поездов на Курском, Смоленском и Рижском направлениях организовали по временной схеме. На Елисейских полях в центре Парижа неизвестный на легковушке протаранил фургон национальной жандармерии. После столкновения легковая машина загорелась. По одним данным, водитель задержан, но он находится в критическом состоянии, по другим погиб. По предварительной информации, у мужчины найден автомат. В сгоревшем автомобиле также обнаружены газовые баллоны и боеприпасы. Сейчас проводится разминирование легковушки. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. В Москве сегодня простились с Алексеем Баталовым. Как сообщается, гражданскую панихиду в Доме кино посетили тысячи людей. Похоронили актера, согласно его завещанию, на Преображенском кладбище столицы. Напомню, народный артист СССР Алексей Баталов скончался 15 июня в возрасте 88 лет. В его актерской карьере свыше 40 фильмов, в том числе «Дело Румянцева» и «Летят журавли», а одной из самых знаменитых стала его роль Гоши в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Вместо так называемой антитеррористической операции в Донбассе Киев намерен ввести военное положение, но коснется некоторых районов Донецкой и Луганской областей. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывает администрация Петра Порошенко. Отмечается, что военное положение коснется таких городов, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Мариинка. По мнению украинской оппозиции, это позволит властям отсечь население Донбасса от избирательного процесса в стране. И последнее. Грозный занял первое место в списке самых безопасных городов России. При составлении этого рейтинга россиянам предлагалось ответить на вопрос, не боятся ли они выходить из дома в темное время суток и в безопасном ли районе они живут. Вторую строчку списка занял Сочи, а замкнул тройку лидеров Нижневартовск. В десятку самых безопасных также вошли Сургут, Армавир, Саранск, Мурманск, Чебоксары, Нижнекамск и Владикавказ. Отмечается, что Москва расположилась только на 31-м месте, а Санкт-Петербург на 42-м. В конце выпуска курса валют на вторник доллар подорожал 57 рублей 96 копеек, евро также в плюсе 64,86. На этом пока все. Далее музыка, Антон Веселов на Ретро FM. Всем приятного вечера.